А ты что, только закончил работу? Ну да. Да я сидел, разбирался, как собрать экранчик из того, что есть, ну, чтобы оно было того же JSON, что и на мобилках. Я не понял, как это сделать. Разобрался. Да. Пойду завтра приставать к людям. В каком смысле? Ну, к Бади ДС приду и скажу, я не понимаю, расскажите, как это сделать. Они такие, мы сами не знаем. Да, скорее всего, там будет сказано, что забейте на контракты все, типа делайте разные. Такой, окей. Твоя взяла. Ого. Видел, как они симметрично стояли. Как будто у кролика охрана какая-то. Так, а я как понял, какая-то мета у жердяев с Гуганом. Мета уже для с Гуганом. И чё там? Почему-то все жердяи с Гуганами, кроме тебя. А я не мета, парень. Фиолетовые заходят. Почти. Там стены нет, если что. Ты за это. Я все еще не могу понять раньше огнемета. Его поймать, что ли, пытается, или что за прикол? А за спиной кто-то был. По мне стрелять начал.
не успел. Но попытка хорошая. Ну да, там вообще миллиметр оставался. Но не успел. А, в спину стреляет. Ты бы убегал оттуда. Оказался сплаговый дробаш. И ну бить тебя. А, меня затыкали. Нормально, я им поднял. Как он? Я не успею добежать. Там по два купола стоит. Блин, вот надо было ему поставить щит в тот момент, когда гранату кидал газовую. Куда там стрелять? Это вот кролик был. Кролик? Угу. Не ходи за ним. Читал я такую историю про девочку, которая за кроликом побежала. Она попала в прекрасный мир. Потом обдолбалась, блин, и нашли ее. Черт знает где. Так, куда они её несут? На С? На. А?
Ё-моё! Я же взял одно, но мне в руках что-то взорвалось. Сюда, отстой. В окне, чувак. Окружили со всех щелей. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Тебе хватит сил-то? Нет. Успел. Так, тут не выйти. Надо как-то дверь открыть. Открыл. Пошли. Гад еле живой. О, здорово, малыш. Нашему парню в голову настрелял. Кот там стреляешь? Вон там он бегает. Спасибо. Блин, в этой игре до сих пор нельзя на краях стоять, сразу падаешь. Не подходи к краю, упадешь. Да блин, да достал. Нормально, я влетел. Вот. На мне чувак с дробашом.
стрелял по одному. Оставлю здесь мина. Забываю кнопочку нажимать skip. Так а что за метод чувака с гуганом? Ну, видимо, сишку понерфили, теперь все с гушками бегут. Чтобы как раз таки пытаться людей поймать, подходить и с дробовика их расстреливать. Я такое видел с кувалдой. Ну, и с кувалдой тоже. Сейчас крыша полезет. No. Как я в него не попал, он делся. Я думаю, что такое, я стрелять перестал, меня застанили. Нормально вас выпилили. Да, там со всех сторон просто зашли. Паук снова появился. Здесь чувак. Он на мне! Сука, отвали от меня!
Спасибо. На скинул. Тут малышей, блин. Их очень много. Где начнёт снайпер? Они, может быть, сюда еще принесут. Ну да, да, скорее всего. Они на Б понесли. Снайпер где-то у нас за спиной. Ау. Я нашел его. Точнее, прямо он меня. Кричал. Точнее, он меня нашел. Спасибо. Вон там парень. Йенк. Они с потолка расстреляли мой купол. Рассыпался. А, я не успел тебя рифнуть, что ли? Не-а. Тебя раньше застанил. Вот сучка. Черт, дырка. Кто же знал? Осторожно, там газ. Забавно. Я все обойму тебе в спину высадил просто. Ну, во второй раз меня там уже не было. Ну потом я уже перезаряжался, пока у меня рукой пиздил. Так надо было тоже его пиздануть, он бы отъехал. Да надо было. Но у меня была цель. И я не видел препятствий.
Блин, до чего стриминг дошел с момента последнего раза, как я что-то стримил? А что изменилось? Ну, можно стримить в 2К. Новые кодеки там. Опенсусный AV1. Все дела. Ты страшные слова говоришь. Да, я сам в шоке. Интересно, сколько людей сейчас в Final собирают? Сейчас я посмотрю, на каком месте. Ну, по всем видосам говорят, что маловато. Типа, даже на старт второго сезона не пришло столько же, сколько было на конце. Уже, типа, в конце первого сезона. Ну, сейчас... Все меньше и меньше. Сейчас 27 тысяч. Начинали они бодро, конечно. Что сказать? Быстро он меня отпиздил. Где есть окна? О. Какая-то. Да почему я прям попасть-то не могу? Торчит у меня только башка. Я не помню, там был человек, не был человек. Парень на втором этаже в твоем здании. Гранатами тут закинул. А, блин, у меня опять не та граната. Это все дробовики. Я пока удал поменяю. Вон там он. У них есть видение сквозь стены? Или чувак просто знал, что я там стою? Ну, только есть гранаты сонарные. А, ну толстяка есть еще этот. У меня не было написано, что меня видят. Видимо, значит, просто повезло. Ну, бля, не, он целенаправленно в меня въехал. Наверное, знал, что я там стою.
Здесь просто нет килкэма. И непонятно. Какой умный малыш. Ух ты, где это я? Фига, он такую штуку провернул. Хацкер. Какой рейндж у этого телепорта? Хер знает. Мне кажется, он у нас просто на другой конец карты портанул сейчас. Ну, по сути, так и есть. Там можно еще провернуть такую штуку, что можно на банк кинуть телепорт. Как просто ко мне подбежал и рукой мне ударил. А, на не на крышу. Вообще, на этаж выше. Боже ж ты мой. Надо было газик кинуть. Что не додумался. Не договорил, вот можно вот на Волт кинуть эту херню, под телепорт, и уйти. И он типа, когда появится, сразу появится в телепорте. То есть сразу на точку прилетит к тебе. Прикольно. Удобно. Че, все разваливается, все горит. Ё-моё. Еще выше. А-а-а! Там вся команда, оказывается, была. А чё, пол упал? Вот так проломил. Угу.
Они все на втором этаже. Сосо. Ну да. Пока ищет, отойду себе водички налить. Давай. Все здесь. У него дробаш с Гуганом. Этой совы из детского утренника. А в чем же прикол этой совы? Типа, что это за, за мимасик такой? Вообще без понятия. Выглядит просто какой-то этот национальный костюм каких-то индейцев. Это не стекло. А, ёпта! Здорово, малыши. Ой, я упал. От страха. Что это было? Убивает. Ё-моё! Я себе. Откуда их тут столько вылезло? Сразу три штуки. Это три малыша? Нет, там мидл есть. Фига там дикий. С ножом. Что мне это? Малыш с ножом. Бежать полчаса, чтобы сдохнуть за 5 секунд. Кот там стараешь? Там народ. Фиолетовый? Разве не розовый держали точку? Может, в процессе отобрали? Не дошли. Здесь можно как-то подняться? О, ступеньки есть. Так, а где точка, собственно? Она на улице? А-а-а, патрушки закончились.
там под вами полумертвый толстяк. Помогите, я застрял. Нормально, он не ожидал этого. Они могут за нее добраться, их уносит. Вы ее столкнули как-то. На мне, малыш. Да мне плохо. Я тут постою. Хорошо. А этот откуда тут был? А, он меня напугал? Наверное, я его напугал. А-а-а! Побежит сюда? А, нахер с ним. Пусть там и остается. Пошли, Жень. Да он все еще бежит. Мне его не перестрелять на такой дистанции. Он мидл. Что за звук курицы, я только что слышу. Не знаю. Ай! У меня за спиной чувак. Они нас окружают. Где они, ё-моё? Я слышу стрельбу, но... Миллиметр жизни остался. Нашего друга режут. Надо, блин, на точку идти. Мы сейчас тут... Ё-моё. Тут их двое. Тут их трое! Будьте вы проклятые. Это мидл, как назло. Уже почти точку на халяву отхватили вообще. Да. Пока эти черти нам битву навязывали. А, меня режут! Меня зарезали. Я проиграл битву, зайдя чуваку в спину. Просто развернулся и отпиздил меня. Хорош. Где точка? Вон точка. Ай! Осторожно, там стреляют из дробаша.
А, у них там противоракетная турель стоит. Хватил. Я даже выкинул точку. Никого не могу перестрелять. Они на Б понесли. Будет проклят этот слаговый дробовик. А чё он тебя... сносит прям? Ну, у меня... Я был уже немножко подстреленный, поэтому он по мне... Поэтому меня просто ваншотнул. А, тут их они все тут! Этот чувак лагает. А, у меня игра лагает. Помогите! Игра лагает! Там себя застанил гранатой. Я успел появиться. Но я не успею даже. Шмаляй ракетой! Убегаем, убегаем, убегаем. Ты бы не ходил туда, там опасно. Я не хожу. А. Я просто спамлю гранатами. Ну ладно. С крыши стреляют! Ну из всех челей стреляют! Ой. Ага! Не ожидали? Черт её! Куда точку-то утащили? А! Бег. Блин, я даже не понимаю, как быстро умираю.
ты на дальней дистанции вообще попасть не могу. Ассист. Спасибо, что убил его. Он замышлял что-то нехорошее. Меня пытались дорезать. На мне полудохлый. Толик поставил свою пьесу. Нет, уйди от меня! Давайте фиолетовый, защищайте нашу точку. Я сказал, защищайте, а не отхватывайте. Черти. Нам точно сюда? А-а-а! Пол исчез передо мной. А, в спину настреляли. Нормально я зашел. Крайне неудачно. Наш последний шанс. Чё ж мы так далеко-то? Нет, фиолетовые были на точке. План у меня был отличный, застилить ее, но... Я появились в не очень удачном месте. Я думал, они где-то сражаются с этими, с розовыми. Розовые были внизу. Как раз таки меня встретили. Вот, а... Нашего друга. А фиолетовые оказались наверху. Жень. Да. Нажми кнопку. А у меня коннектинг. А-а-а. Нажал. Так что, возможно, меня сейчас просто выкинет. Да, я все, прогрузился. Сегодня я писал чувакам, которые перевозкой занимаются. Сказали, напиши в мае. Ну, ближе к маю. Перевезем. Ты уже все? Определился с финальным списком, что повезешь? Монитор. Компьютер. Велосипед. И возьму еще коробку, туда положу видеокарту, я ее вытащу из этого, из системного блока, потому что она тяжелая, здоровенная, мне кажется, она просто мать разорвет на, на кочках. У меня от нее коробка осталась. Вот. Они говорят, чтобы она не выглядела как-то на, как на продажу, а там коробка без маркировок, без всего. Типа коробка, которая была внутри коробки. Вот. Ну и еще получается этот зарядка для аккумуляторов. Наверное, шмотки какие-нибудь побросаю. Вот. А все остальное, я думаю, самолет. Не начал еще это выкладывать. Там вот. На продажу? Что там у тебя? Да, мультиварка. Не. Меня еще распилили. Манту! Это те же самые чуваки. Та же самая карта, те же самые чуваки. Ну вот, мне в спину убили, предательски.
Не, я пока ничего не выкладывал. Ты на крайний случай, и... не знаю, может Антону понравится микроволновка. Хотя он столько времени здесь живет, до сих пор не купил, наверное, не нужна. Оставлю сербу на продажу. И никогда не увижу денег. Потому что я хочу закрыть сербский счет. Он у меня все равно не резидентский. Я не знаю. Это Трайфайзен с его пенни. Мне же каждый месяц нужно за него платить. За грузинский счет я хотя бы ничего не плачу. А за сербский мне надо платить. Потому что он мой личный. Там здоровяк. Так, а здесь нет прохода. Ну ладно. Была не была, пройду здесь. А, сзади! Я перезаряжаюсь. Хорош. HP-то не было. Не было. Да блин, они достали. Почему они не хотят по-нормальному сделать урон от базуки? Я стреляю в потолок и в итоге больше половины HP себе сношу. Сколько можно? Не стреляю в потолок. Ну ладно, базука перестала людей убивать, но почему она до сих пор меня снова убивает? Как это работает? Ой! Это куб как-то недалеко летит. Я здесь постою. Мим пролетел. Борт, нифига он там засел. Ё-моё! Никуда не подойти, везде толпы народу. А лендлорд у тебя не может ее выкупить? Ну, выкупить он навряд ли ее может, он может ее просто себе оставить. Ну, это понятно. Да халяву ты почему бы не оставить? Просто каких-то денег он тебе может за нее дать? Не знаю, я не интересовался. А ты их уже предупредил, что ты сейчас сваливаешь? Не, я пока не подпишу контакт с Грузией, я... Просто как бы вопрос по-прежнему остается в деньгах. Сколько мне в Грузии придут. Последний раз, когда я работал на Грузию, мне платили $1800. Посмотрит на мой старый контакт. А, ну давайте ему тоже 1800 предложим. А это такой нет. Сбоку, вон там. Блин, надо валить отсюда. Здесь слишком жарко. Я не понял, с какого боку. И ввалился прям в них. Жизни-то нету. А я ж пометил, с какого боку. Я не обратил внимания. На кэшауте никого нет. А, не, есть. Вон чувак стоит. Там чувак, это роль. Сейчас мы к нему за спину зайдем. Вон он, прямо перед нами.
турели вырубил. Пока убил. Что видишь, малыш? Буки, они везде! Они на крыше! Я тоню! Я не смогу ничем там помочь. Не успел. Да блин, сражались с одними, пришли третьи и такие, о, точка. Ну, давайте ее заберем. Мы же полчаса бились с оранжевыми. Точка. Точка просто на улице лежит. Плюс этой карты в том, что здесь хотя бы можно легко понять, окно это или не окно. Ну да. Я горю. Ты чё сдох-то? Ноу. Малыш, прям перед тобой. Была не была. Я либо рисал, либо умирал, мне кажется. Норман заехал. Надо гранату поменять. А когда к тебе, кстати, должны прийти ты с, ну, с финальным контрактом по Грузии? Не знаю. Пока на рассмотрении все доки. Он стреляет? Не понял. Надо включить волхаки. Волхак активейтед. Ой, ёпта! Чёрт, остался! Это чё? Прилетел такой. Йеньк, йеньк. Там ещё один наверху. А я с точкой бегу. А! Этот-то откуда вылез? То есть, короче, получается, может быть такое, что они придут, скажут, вот тебе бабки, а ты такой скажешь, мало, они тебе скажут, а мы больше не дадим, ты такой, ну я тогда никуда не поеду. Ну, скорее всего, кончится тем, что я все равно уеду. Просто, типа, ну и хер с вами, я поехал отсюда. Просто буду безработным. А, я думал, веревка.
Нафига меня заглючило? А вот зато веет. У него full HP. Он поднимается. Ты что, не слышал, как лифт поднимается? Здорово. Да ну что такое вообще? Они ведут огонь на подавление. Отвалите! Малыш-то здесь. Рисает. Да я мертвый. Медла. Вон наш чувак с револьвером. У него почему-то он вообще не регал. На моем экране он раз 10 попал в жердяя, но не убил. Здорово, парни. Ладно, я пойду отсюда. Блин, мне не отхватите. Нет! Меня убил газ! А, нет, там кто-то стрелял даже. Да, сверху. Откуда-то. Ладно, давай еще каточку дохватить на сегодня. Нормально, у них там команда понаубивала. Как можно чуваку лайк поставить? Типа не репортить, а лайк поставить. Блин, такое есть везде. Ну, не везде, но много где. В Overwatch есть, в Лиге есть. Я бы хотел поблагодарить чувака за то, что он хилял. В Destiny есть. За то, что он хилял. Он пытался спасти меня всеми силами. Ну, я такой... Умирать! Неплохо, неплохо. Да, наверное, все хилеры так танков представляют. Патроны. Дамаг получать. Надо гранату поменять, пока не поздно. Мне в этой игре не нравится, что если быстро крутить, то теряется четкость и все размытое становится.
Какой-то... Без понятия, что это такое. Можешь на стриме посмотреть. Какой-то встроенный motion blur. У меня, кстати, настройки не сбились. Нет, не сбились. Чуваки, вон там. Я еду прямо к ним. Меня в спину убили. Он дёс. На мне с гранатометом. Ой. Что происходит вообще? Что-то все взрывается. Второго этажа меня расстреляли. Да блять. Тебя не успел идти за укрытие. Но надо отдать им должное, игра ощутимо меньше лагать стала с момента, как она вышла. То есть я помню, вообще жесть была. Просто поворачиваешься вокруг сети и все. Вокруг своей оси и все лагает. Ой, ой, я поехал. Сейчас вообще все плавно работает. Что здесь чувак или живой бегал? А, здесь турель! Еп. Я убежал. Это ты? А, это не ты. Словил ракету. А! Да куда вы все лезете? Какое-то сумасшествие происходит. Есть такое. Ну хоть кто-то точку понес. Так. Он ее несет на Б. Прямо перед нами, чувак, где умер наш Берлин. Еп твою. Женя, тебе за спиной, человек. Нет, от чего я умер? Меня как-то зацепило этим гранатометом. Да блять, откуда он вообще нахуй стреляет? Он на возвышенности там сидит.
Да он уже вниз упал. Я просто все не мог понять, откуда это все летит. Йоу, здорово. Йеньк. Где что произошло? На мне все трое. Я умер от гранаты, я умер от гранаты. Кто-то из игры ливнул. Что-то дверь открываться не хотел. Куда они пойдут? На. На. Вот тут веревка есть. Как удобно. Угу. Нихуя не вижу. Ты-то чё зарос? Здорово, бро. А ты чего взорвался? Я не стал по нему стрелять, я думал, я тебя резну. Я видел, что он поднялся и не стал по нему стрелять. Типа, сейчас я подниму, он по мне выстрелил, а ты просто улетел. А стрелять было уже поздно. Нет, бля. Да ну какая-то сосная последняя катка, а? Ну ты можешь еще поиграть. Плюс мы еще не проиграли, у нас еще целых 10 минут. Что за... Кто там стреляет вообще? Женя, у тебя за спиной человек. Да там вся команда. Он прибирается к тебе. А что ему от меня надо-то? Почему у меня перезарядка началась? Я только что перезаряжался. Что за прикол? О, зато наш бро занес. Просто отравил ступеньки. Ну, как не подниматься. Они с потолка хотят прилететь. Я взорвал одного гранатометчика. Помогите. У тебя за спиной сейчас чувак будет. Так, не перевозиться надо. Блять, откуда у них еще и снайпер? Трубил мне упор, прям за углом стоят двое. На оранжевый тут как тут. О, его кто-то застанил. Но они все равно делают свое дело. Хорош! А вот нет, не трогай точку!
Не трогай точку! Нет, только не фиолетовый! Отстой. Просто хаос какой-то. Да. Ну ладно.